Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. В следующей лекции мы поговорим о федеральном стандарте бухгалтерского учета 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Этот стандарт действует, начиная с отчетности за 2025 год. Тем не менее, очень важно ознакомиться с ним уже сейчас. Вы узнаете о том, какие изменения внесены в формы отчетности и какие новые требования предъявляются к заполнению отдельных показателей. Смотрите на видеоконсультанта.